лучше, наверное, переносит. Ну, а с точки зрения вот скольжения, уже посмотрим. Ну что ж, отправились в путь спортсменки. Вот впереди по номерам 2777 Ольга Каневская. Чемпионка мира 2007 в прошлом году в Осаке одержала замечательную победу. Естественно, здесь выступает в роли фаворита. Ольга очень волевая спортсменка, она очень много и хорошо тренируется, упорно. И я думаю, что да, вот она возглавила сейчас ходьбу, и, наверное, она будет все-таки лидировать. Она и в тренировках не любит, ну, она любит лидировать в тренировках, и такая очень, очень девушка терпеливая, очень может много терпеть, и я думаю, это ей только плюс. Вы посмотрите, что делает, уже на первых метрах она уходит в отрыв, вообще такого не так часто увидишь. И наша Ольга Каниськина, 23 года спортсменки, большой опыт имеет за плечами. Серебро на чемпионате, в принципе, одна из крупных, на крупных страницах, серебро на чемпионате Европы, затем победа, ну, им в 2006 году, в 2007 победа на чемпионате мира, в этом году Кубок мира в Адлере был, а ведь на Кубке мира Ольга ведь прошла за час 25.42, то есть всего секунду ей не хватило до официального мирового рекорда Олимпиады Ивановой. А, интересно, такой... Вот, вот как раз очень хорошо видно, видите, вот пленка, водяная пленка. Вот нам показывают вот этот... Нам не показывают ли отрыв ноги? Ну да, видите, когда... Ну, на самом деле, конечно, строго говоря, у всех спортсменок существует минимальный отрыв, условно. Ну, очень быстро, конечно, идет, видите, минимальная фаза полета есть. Но все-таки тут уже что скажут судьи. Вот, видите, показывают предупреждение Ольги. Вот и сейчас даже ведь на глаз вот видно, что все-таки есть этот полет. Может быть, торопится Ольга. Это очень опасно. Пока непонятно, что нам показывают. Или где-то сейчас должна появиться здесь Ольга Каниськина. А вот как раз идет. Идет Ольга. В каком темпе идет Ольга Каниськина? На час 25-26. То есть темп выше, ну, я имею в виду по средней скорости, на результат выше мирового рекорда. Но пока Ольга Каниськина идет впереди. Сейчас, конечно, видимо, обращает. Вот сейчас видно, что дождь все-таки, кажется, прекратился. Ну, хорошо, что вот пока у Каниськиной два предупреждения, в смысле, одно предупреждение. Ну, я посмотрел в интернете, какова погода. Плюс 21, вот пишут, что в Пекине идет дождь, но влажность 94%. Рекорды, как говорится, приходят и уходят. Медаль олимпийская, тем более раз в 4 года, это уже самое высокое и почетное звание. Ну а Ольга Каниськина уже приближается к стадиону. Очень уверенно идет. Посмотрите, даже по лицу не видно, что уж какой-то чрезмерной усталости. Ликует стадион. Вот сколько встречает олимпийскую чемпионку. Знаю, ходить. Я имею в виду, нужно еще круг или уже сейчас финиш? Пока вроде не видно. Вот. Обычно здесь разметка по стадиону бывает. Вы посмотрите, Сергей, опять начался дождь. Да, наверное, причем такой сильный. Финиш. Такое впечатление. Последние метры Ольги Каниськина. Да, все. Ну что ж, наверное, можем тогда поздравить уже Ольгу.